У нас получается вышел Дюсенбеков Бекзат. И Решат Пулатов. Пытается проход ноги. Но нет фиксации, посмотрите. Решат Пулатов выходит на треугольник. Смотрите, уплотняет треугольник свой. Моментально, очень быстро спортсмены начали. Стоп. Прекрасная сдача у нас опять. 32 секунды. Достаточно было Решату Пулатову победить своего соперника Бекзата. Ему всего 17 лет.